ну что, подготовка к пятому этапу велоэкшена «Мир без сирот» идет полным ходом. Сегодня в этом здании собралась команда, которая почти, еще раз повторюсь, любит всем сердцем велосипеды. Но, несмотря ни на что, они проедут на них тысячи километров. Меня зовут Данил, мне 12 лет. Я участвую уже во втором велоэкшене «Мир без сирот». Надеюсь, что в этом этапе будет легче. Я еду ради того, чтобы люди усыновляли детей. Я еду еще потому что меня когда-то усыновили. И я рад участвовать в этом велоэкшене. Перед каждым началом велотура у нас немножко, знаете, терочки в команде. Вот сейчас небольшие споры, кто за что отвечает, кто сколько съест, кто сколько выпьет. Сейчас мы спросим у руководителя нашего велотура, так как весь интернет спрашивает, почему у вас постоянно с коленочек сыпется песок, Геннадий Викторович. Года нам даны от Бога. С 2012 года я участник кругосветного велопутешествия «Мир без сирот». По личному опыту понимаю, чтобы ехать такие большие дистанции, нужно очень-очень сильно тренироваться. Я в день проезжаю по 70-80 км. Помимо этого, я занимаюсь физическим спортом, хожу в спортзал, силовые тренировки. Соответственно, к велотуру я уже пересаживаюсь на велосипед и начинаю очень много делать на кардио, на выносливость работаю. Вот, мы едем с ясной мечтой, чтобы каждый сирота был в семье. Пожелайте нам удачи! Вперед до Европы! Это новые два велосипеда, вручены младшим участникам нашей команды за доблестное мужество, проявленное в прошлом этапе. Итак, дорогие друзья, мы находимся в Республике Пилигрим, где только что буквально закончилась финальная часть пресс-конференции, на которой нам пожелали удачи наши журналисты. Сегодня мы стартуем в город Бохум, откуда начнется наш велотур. Следите за нашими новостями, подписывайтесь на наши группы, лайкайте нас. Ну и, конечно, не завидуйте, потому что мы будем есть круассанчики на Эйфелевой башне и купаться на берегу Атлантического океана. Все, удачи нам всем! Пока, до встречи.